Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. В данном ролике я вам расскажу про проблемы содержания птицы на подсобном хозяйстве, так как у нас вокруг лес, и ближайший хутор находится где-то в 6 километрах отсюда. Это периодически происходит у нас. Я сейчас не буду подходить близко сюда. Значит, коршуны, когда видят, что никого нету, когда идем гулять с козами, выгуливать их, нападают на птицу, раздирают. И вот такие вот остаются кучи перьев. Это периодически происходит. Сейчас мы будем, когда уходить гулять с козами, будем закрывать курей, чтобы они не нападали. Это не собаки, не шакалы там никто. Это вот именно вот эти птицы, коршуны, они летают вверху, летают парами. И вот ищут одинокую птицу и оттуда сверху камнем падают вниз и раздирают ее полностью. Вот такие вот у нас бывают проблемы именно с содержанием птицы на подсобном хозяйстве. Потому что у нас собаки сидят, сюда собаки чужие не заходят. У нас вон там бочка, и там дальше правее собачья будка. Там собаки сидят обычно у нас. И чужие собаки сюда не заходят. А вот куча перьев, вот коршун разодрал вчера одну курицу. Вот такие вот бывают проблемы. До свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если понравилось видео.